Добрый день! Очень давно хотела посетить Сан-Луис именно с целью посмотреть на его достопримечательности, но как-то жизнь складывалась так, что я просто мимо проезжала, наблюдая, рассматривая из окна автомобиля символ города, вот эту арку, ворота на запад. И мне всегда очень хотелось рядышком побыть, а особенно мне захотелось подняться, когда я узнала, что можно, оказывается, туда подниматься и сверху на горы смотреть, мое желание усилилось. Но вот жизнь распорядилась так, что только в третий мой приезд в этот город я смогла себе позволить выделить время хотя бы что-то в этом городе посмотреть. И вечерние наши посещения злачных мест я вам уже описала с удовольствием. Я не отставала от своих молодых друзей и родственников, а вот утренние я сейчас немножечко освещу. И, конечно, несмотря на то, что планы поменялись, и нам пришлось отказаться от услуг людей, которые могли бы нас за руку провести по городу, и мы бы просто, как настоящие туристы, поворачивали головку по команде «посмотрите направо, посмотрите налево», нам пришлось самим это сделать, естественно. Первое, куда мы поехали, это была арка. Очень хотелось посмотреть на город с высоты. Мы накануне посмотрели на город с крыши одного из отелей, а теперь наша дорога вела к арке. Но, увы, не всегда все складывается так, как мы планируем. Утро уже не задалось. Все пришлось поменять, и мы поехали смотреть сами. И день был ужасно холодный. То есть, если накануне вечером я вам рассказывала, что даже ночью уже было порядка 17-20 градусов тепла с теплым ветерком, то утром был холодный пронизывающий ветер. Очень холодно. Очень холодно. Ой, какое шикарное здание. Просто шикарное. И мы, конечно, сразу же отменили лицезрение красивейших зданий, которыми богат этот город. И самое первое, куда мы заскочили просто погреться, было вот это величественное здание, которое я не смогла не снять. Чуточку захватила снаружи, чуточку внутри. Это здание бывшего железнодорожного вокзала, а на сегодняшний день такой красивейший отель. И он, конечно, по-прежнему, наверное, может рассматриваться как здание железнодорожного вокзала, но, поверьте мне, в нем очень уютно. Вы знаете о том, что в Америке практически нет железнодорожных транспортных перевозок, даже для товаров. Но так было не всегда. Я вам рассказывала о том, что я когда приехала сюда и поняла, что ездят огромные траки по дорогам, везут товар, в то время как можно все это сгрузить в вагоны и одним локомотивом все перевезти. Я даже с учителем разговаривала, что такое, почему у вас нет железных дорог. Я же в кино видела, что еще в прошлом веке, в позапрошлом веке у вас уже были железнодорожные перевозки. Она мне ответила одним словом: капитализм, конкуренция. Победил автомобильный транспорт. Он оказался сильнее железнодорожного, и железнодорожный был вытеснен. Но так было не всегда. В середине 19 века в Америке было интенсивное строительство железных дорог, и в 1849 году сенатор от Миссури обратился даже к Конгрессу США с предложением построить трансконтинентальную железную дорогу от Миссури до Тихого океана. Будем строить дорогу от моря до моря, от Сан-Франциско до Нью-Йорка с центром в Сан-Луисе, но поскольку чикагские спонсоры соглашались вкладывать деньги в строительство железной дороги только если она пройдет через Чикаго, так и решили. И первый поезд от Сан-Луиса до станции Миссури Джефферсон-Сити прошел тогда со скоростью 12-15 миль в час. Если сейчас посмотреть на карту железных дорог Соединенных Штатов Америки, вы можете увидеть, что Чикаго и на сегодняшний день является центром
всех железных дорог. И иногда для того, чтобы попасть в рядом расположенные города, вам нужно поехать сначала в Чикаго, а потом оттуда на другом поезде вернуться в соседний ваш городок. Поэтому американцы и предпочитают ездить на своем автомобиле. Это быстрее, чем использовать железную дорогу. Но есть шикарные туристические рейсы. Я забыла, как называется. Надо Оленьку попросить, она уже ездила. Я все мечтаю проехать на вот таком экскурсионном поезде по железным дорогам, посмотреть красоты Америки из окна поезда. Это у меня в планах. И я так думаю, что я вас с собой тоже возьму. В этом же здании сюда вы можете взять вот такую карту. Вот оно, наше красивое здание сюда. Вот он парк, по которому я снимала присутствующих. А вот она, шикарная арка, в которую мы не попали. К сожалению, мы хотели вот в эти окошечки подняться и из них посмотреть. К сожалению, этого не произошло, потому что, как вы могли видеть, она находится на ремонте. И, конечно, мы вот этого не видели, но мы видели, что там ремонтируют вот этот механизм, engine. Это называется мотор по-русски, который поднимает людей на арку. В свое время мы с Женей ездили в Вашингтон, и мы тоже не смогли подняться на стелу, потому что в это же самое время, когда мы там были, ремонтировали тоже вот этот подъемный механизм. Как-то я путешествую в те дни, когда подняться в такие достопримечательные места не получается. Но в этот город я еще съезжу не один раз и вас с собой возьму. А мы в Синепельменнейше зайдем вот это здание. Мы запланировали еще сюда зайти вчера, и мы даже не знали, что это бывшее здание суда. Сегодня здание старого Сент-Луисского суда является частью исторического комплекса Jefferson National Explanation Memorial, в который входит и Gateway Arch, Сент-Луисская арка. До 1828 года Сент-Луисский суд размещался в случайных помещениях, а в 1828 году его построили всего в 2 этажа. Но очень скоро площади стало недостаточно, и в 1945 году состоялось открытие расширенного здания. Оно было выполнено в стиле греческого ренессанса с высоким куполом. Потом, конечно, происходили еще достройки, пока, наконец, суд не принял тот вид, который мы видим сейчас. И сейчас на здании есть табличка: ваш обзор Сан-Луисской арки начинается именно здесь, потому что внутри можно взять и брошюрки, и можно уже познакомиться с историей строительства этой арки. И, безусловно, хочется зайти, потому что здание само по себе очень красивое, что мы и не преминули сделать. В центре здания находится ротонда, проходящая через все этажи. Оно украшено виньетки с фресками, рассказывающими о прошлом города. Сейчас эти репродукции размещены по стенам зала, и вы, поскольку не можете их достаточно хорошо рассмотреть издалека, можете близенько подойти и познакомиться с тем, что же там написано. Художник Мирагали уже в конце века, в 1880 году, расписал новыми фресками интерьеры ротонды, но кое-где остались и фрески Вимара. В период широкой миграции на запад Сент-Луис стал главным пропускным пунктом пионеров, устремившихся в Калифорнию, Орегон и другие штаты. Почти все годы 19-го столетия здание суда служило местом проведения собраний и встреч, часто игравших очень важную роль в истории города и даже страны. Так как поднимемся, вон они, те картины. А вон та лестница, вот по такой лестнице мы поднимаемся, только с другой стороны. Металлическая лестница. Немые стены старого суда могли бы, конечно, рассказать обо многих событиях, но я не могу умолчать об одном, которое здесь происходило. Вирджиния Майер, одна из ранних деятелей движения за равноправие женщин в Миссури, потребовала, чтобы ее имя было внесено в Сент-Луисе в список избирателей для голосования на выборах в октябре 1872 года.
года. Регистратор отказался это сделать, так как законы штата не позволяли женщинам тогда еще принимать участие в выборах. Тогда миссис Маннер подала на регистратора в суд. Жалобу рассматривал местный суд, затем Верховный суд Миссури. В результате в 1974 году дело дошло до Верховного суда США. Было принято поистине Соломоново решение. Хоть это и противоречит Конституции, но в индивидуальном порядке, в виде исключения, судебные органы штата могут сами решать, допускать или не допускать женщин к избирательным урнам. Мы знаем о том, что 19-я поправка Конституции США, которая ввела равноправие женщин с мужчинами, была только в 1920 году, но мы здесь вот посетили то здание суда, в котором женщины имели право голоса. Вот такое вот интересное здание. И что мне очень нравится всегда в американских музеях, это не просто экспонаты, это всегда живое общение. И вы видите нашу девочку, рисующую, раскрашивающую, так скажем, портрет одной из борцов за независимость женщин, за равноправие женщин. И они это преподносят очень своеобразно. Вот, пожалуйста, нарисуйте, а потом вручается буклетик с фотографией этой дамы и с другими, где дано короткое описание их биографии, а имя вы должны найти сами. То есть в детях вот так развивает еще интерес к истории и желание самим сделать какие-то поиски. And you know I need some more paint, so come over here. Put a little of this on her first. Just a medium. And put it in that. Don't be afraid, put it in her heart. You have to paint the way a pig eats with reckless abandon. Вот. По-моему, мы на самый верх, возможно, и добираемся. Да. А, вот это только. По кругу тут уже ходить нельзя. Девчонки, смотрите, куда мы пришли. И всего-то раз, два, три, мы на четвертом уровне. А оно вон еще. Очень красивое здание. Оно и снаружи очень красиво. Какие-то животные. Ага, медведи или что-то. Фу. Ну, я даже вот боюсь вниз глянуть. Я только могу фотоаппарат туда опускать. Ребенок, посмотри на меня хоть, попадешь в кадр. Смотри на папу. Посмотри на меня. Ты мой сладкий. И тем не менее, город посетили, что-то посмотрели, не везде попали, но как день сложился, так и сложился. Самое главное, мы не сидели дома. Самое главное, попочки подняли и притащили в другой город. Что и вам желаем. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.